5 лет. 5 лет назад третий ведьмак встретил нас теплыми лучами солнца, поднимающимися над белой рощей. 5 лет назад мы впервые испытали чувства, которые не всегда можем себе объяснить. Мы впервые взялись за контракт на убийство Грифона. Мы впервые решили семейные дела барона. Прониклись тонкостями политики Северных Королевств и урегулировали вопрос престола наследия на Скеллиге. Но самое главное, 5 лет назад мы нашли Цири. Но вместе с радостью воссоединения пришла и горечь утраты. 5 лет назад пал в бою Весемир, защищая все самое лучшее, что есть на этом свете. Не дрогнув, взглянул в лицо смерти Ярл Крах Анкрайт. Их жертва не была напрасной, ведь 5 лет назад мы остановили дикую охоту и наступление Белого Хлада. С некоторым сожалением я вынужден признать, что любая игра обречена на устаревание. Рано или поздно ее графика станет несовременной, анимации начнут казаться топорными, боевая система не сможет конкурировать с новинками в жанре, а геймдизайн посчитают наивным. Но есть то, что не устареет никогда, и это история и сюжет. И неважно, выбрали вы Трис или Йеннифер. Неважно, кого вы привели к престолу на Скеллиге. Неважно, отдали вы Северное Королевство Нильфгаарду или помогли прийти к власти Дикстре. Неважно, потому что любое ваше решение было вашей искренней реакцией, вашим выбором из тех ценностей, которые взвешивались сценаристами на ваших личных моральных весах. И то, что игра вас заставила отрефлексировать такой большой спектр тем и принять порой раздирающее душу решение и делает ее столь прекрасной. Именно история и сюжет Ведьмака смогут заставить меня потратить 100 часов на 4-е прохождение еще через 5 лет. Let's try it out then. А у меня на этом все, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Для вас это короткое видео записал Павел Урлапов. Всего доброго!